Художник Гешет Адивасян родился в Агаршапате, старинном армянском городе, том самом, где находится знаменитый монастырь Эчмиадзин, духовная столица Армении и сокровищница средневекового искусства. Родился в семье мельника Мартироса, человека очень уважаемого, обязательного и в то же время человека чрезвычайно добропорядочного. Егеше рос в окружении памятников армянской культуры и с самых ранних лет полюбил искусство, архитектуру, музыку. Он любил повторять, что если бы не родился в Эчмиадзине, то, возможно, и не стал бы художником. Сам город, само это окружение, вот сама эта архитектура средневековая и рукописи, его семья, все способствовало как бы будущему художнику, способствовало тому, чтобы он стал художником. Егеше Тадивасян. Его первым учителем стал один из самых известных армянских художников того времени – передвижник Вардгес Суринянц. Он разглядел в Тадивасяне необыкновенный талант и посоветовал ему поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, которое окончил сам. Оказавшись в Москве, 15-летний юноша Егеше Тадивасян впервые попал в Третьяковскую галерею. Это собрание произведений современного русского искусства – произвело на молодого человека колоссальное впечатление. Больше всего ему запали в душу палестинские этюды Василия Поленова. Вот эти восточные этюды открыли для него, наверное, новый мир и света, и красок. В принципе, как и для всех остальных учеников Поленова. Все они об этой первой выставке писали свои восторженные отзывы, слова. В училище Тадивасян стремился попасть в класс именно к Василию Дмитриевичу. И в конце концов ему это удалось. Ведь у Поленова были всего полтора часа класса в училище, и желающих было достаточно много. Поэтому на самом деле один натюрморт в классе Поленова Тадивасян успел написать только в 1889 году. То есть очень долго он подбирался, скажем так, к Василию Дмитриевичу, но по рассказам пришел к выводу, что так много советов технического плана во время корректировки работ на занятиях Поленова, он так много знает, он дает мудрые, умные советы. И вообще один с университетским образованием все говорил за то, написал Тадивасян, что учиться нужно вот только у него. Что интересно, Поленов отметил для себя Тадивасяна еще в 1891 году. Он пишет жене, что он представил свои крымские этюды, которые очень интересны, очень артистичны, очень свежи, и сравнивает его с Фортуни. А это была высшая похвала, потому что сам Поленов обожал Фортуни. И вот именно в это время он отмечает Тадивасяна и видит в нем уже будущего блестящего колориста, блестящего художника. Тадивасян сначала попал в ученики к знаменитому мэтру, а потом стал его младшим приятелем. В имении Поленова в Бехове он был частым гостем. Именно там Егеше познакомился с Репиным и Суриковым, подружился с Левитаном и Васнецовым. Но это были люди, которые тоже сыграли очень важную роль в формировании мировоззрения, художественных взглядов, интересов вот, будущего мастера армянского пейзажа и армянской пленэрной живописи. В 1896 году Егеше Тадивасян впервые принял участие в выставке художников-передвижников. Он представил сразу три картины – «На чужбину», «С друзьями» и «Октябрь». Особенно примечательна картина «На чужбину», которая была написана в Эчмиадзине. О сюжете этой картины Тадивасян рассказывает в письме к своему учителю, художнику Василию Поленову. Перед тем, как покинуть родину, отец и сын прощаются с могилами родственников. Эта работа навеяна трагическими событиями в Западной Армении. Тадивасян работал в самых разных жанрах. В истории армянского искусства он считается основоположником пленэрной живописи. Зачастую он целиком писал свои работы на натуре, поэтому многие его пейзажи малоформатные.
«Жизнь природы и мироощущение человека в окружении природы». Эти темы занимали Тадывосяна больше всего. И в этом он был продолжателем своего учителя, Василия Поленова. То особенное видение, которое Поленов ему передал. Ведь Поленов же тоже считается мастером пленэрной живописи. Он видел вот эту вот поэтику в самых простых мотивах, в самых простых сюжетах, даже не сюжетах, а как бы уголках и видах той или иной природы, да? Самых простых, самых незатейливых, но глубоко поэтичных и чрезвычайно духовно насыщенных, да? Очень теплых, человечных. Вот это вот видение передалось и Егише Тадывосяну. Может быть, еще и потому, что он был внутренне готов к этому восприятию. В 1899 году Василий Поленов отправился в большое путешествие на восток за материалом для евангельского цикла картин и пригласил с собой только одного коллегу-художника – Егише Тадывосяна. И Тадывосян, ну, это на мой взгляд, в некоторых своих этюдах, написанных в Палестине, он более близок в понимании вот этого восточного пейзажа. Ну, может быть, потому что действительно и природа, и солнце, и свет Армении, они близки были. По дороге к конечной цели путешествия, Палестине, творческий тандем Поленова и Тадывосяна побывал и в Турции, и в Греции, и в Египте, и в Сирии. Некоторые этюды Егише писал прямо на палубе парохода. И, значит, разумеется, тут между ними происходили, конечно же, всевозможные беседы и на исторические темы, и по поводу художественной культуры этих территорий. Самое забавное в этом путешествии было, что с полдороги Тадывосян, не выдержав жары и тягот вот этого путешествия, вернулся ожидать своих спутников. А Василию Дмитриевичу грандиозный сделал комплимент, что несмотря на жару, на все трудности путешествия, Поленов мало того, что еще спутников своих образовывал, да, рассказывал историю всех тех мест, где они проезжали и где они побывали, но и, несмотря на возраст, выдерживал все это замечательно. По возвращении обратно Егише Тадывосян проезжал через Турцию, западно-армянские территории. И, разумеется, здесь его, безусловно, интересовало ну, все то, что было сделано его предками вот на этой земле. То есть он делал зарисовки такие очень интересные, очень живо наблюденные с исторических памятников. На склоне лет Василий Дмитриевич уединился в своем аббатстве, отдельно стоящей мастерской рядом с большим домом, и почти никого не принимал. Но для Тадывосяна его двери по-прежнему оставались открыты. Не просто так у нас, например, в архиве есть фотографии, где Егише вместе со своим мастером, они вместе в этой мастерской работают, потому что Поленов, когда удалился в свое аббатство, он уже как-то мало принимал гостей. То есть дом бурлил, и молодежь, там, так сказать, проводила там время, а Василию Дмитриевичу было уже тяжеловато. Егише приходил к нему, он очень его любил, очень ценил Егише. А еще именно здесь, в живописной Поленовской усадьбе, Егише Тадывосян встретил свою будущую супругу. Швейцарка Жустина Неф была гувернанткой у детей Василия Поленова. Егише увел ее из этой семьи, чтобы создать свою. Конечно, когда в 1901 году Тадывосян сделал предложение, Поленовы были крайне расстроены. Даже на какое-то время немножко поссорились с Тадывосянами. Но и Егише, и Жустина сумели как-то все это успокоить. И приезжали сюда непременно. И здесь же Василий Дмитриевич увлек Тадывосяна новым, скажем так, придуманным видом творчества. Это мозаика из узких камней. Когда нужно было подбирать камешки по цвету,
а потом подбирать их по форме. И на террасе в аббатстве они даже специальный стол такой сделали с ящиками, где вот эти все камешки и собирались. И 1907 год Петивосян делает вот такой портрет мозаичный учителя Василия Дмитриевича. Получился яркий, очень необычный, неожиданный портрет. Жустина навсегда станет любимой музой и самой частой героиней картин Тадывосяна. Этот женский портрет Егише написал в 1905 году, через 4 года после свадьбы. Новая техника пуантилизма помогала Тадывосяну создать в этом портрете эффект легкости. Он не покрывает картинную плоскость грунтовкой. И это облегчает само звучание красочной массы, да, скажем так. То есть она становится более прозрачной, более световоздушной, более светоносной, что ли. И поскольку это главный персонаж этой работы, да, крупным планом на переднем плане, да, как бы, все, что сзади находится, оно как бы сливается в единое такое красочное пятно, символизирующее собой некую такую световоздушную атмосферу. И это создает дополнительный такой воздушный эффект, придающий определенную невесомость, нежность, мягкость, легкость и стройность самой Жустине, да, самому идеалу художника. И это очень хорошо, значит, видимо, еще и транслирует нам чувство переполнения художника. По воспоминаниям друзей, теплые и нежные отношения эта пара пронесла через всю жизнь. У супругов Тадывосянов не было детей, но и Егише, и Жустина очень любили младших Поленовых. И приезжая погостить в усадьбу Барок, частенько проводили с детьми целые дни напролет. Своими детьми они считали детей семейства Поленовых. И Тадывосян обожал детей Поленовых. И когда каждый год на лето он приезжал к ним в усадьбу Борок, он там для детей Поленовых организовывал разные спектакли, делал им игрушки, пел с ними, танцевал с ними. То есть это был художник... Не художник, это была личность, это был человек огромной души. В семье Поленовых его просто обожали. Очень смешное описание той игры армянской, которую Тадывосян научил всех гостей детей Поленова. Это перед Большим домом, сейчас там цветник, вот на этом треугольнике. В центре этого треугольника водящий должен был прыгать на одной ножке, а все остальные на одной ножке прыгали вокруг треугольника. Называлась эта игра «Салык-малык-лалейка». И когда кого-то ловил водящий, то тот, в свою очередь, становился как раз салыком-малыком. И веселее всего, и смешнее всего было, когда салыком-малыком был сам Тадывосян. В 1901 году Егише Тадывосян с супругой переселились в Тифлис. Это был вынужденный переезд. В Москве художник так и не смог обосноваться и найти постоянную работу. Он переезжает в Тифлис и начинает преподавать в открывшемся тогда коммерческом училище. И вот это дает ему постоянный заработок и возможность на летние каникулы уезжать и путешествовать по всему миру, по Западной Европе и по Востоку. В старых улочках и уютных двориках Тифлиса художник нашел новое вдохновение и запечатлел на холсте этот своеобразный уклад жизни. Мы тоже почувствуем вот эту вот всю теплоту и душевную такую, несколько такое свободное состояние, когда художник чувствует себя очень хорошо. Пусть, может быть, в таком не совсем комфортабельном, не совсем, может быть, богатом районе города, а в очень демократичном и в то же время очень для него родном месте. И это особенно ощущается именно потому, что это очень узкая улочка. В 1909 году в Тифлисе Тадывосян создал одну из самых важных своих картин. «Гений и толпа».
эти годы в Тифлисе были для него довольно-таки переломными и сложными, потому что атмосфера в Тифлисе далеко не располагала в это время к активному творчеству, работы художника не приобретали и его не понимали. Он был слишком новатором для того времени. В первоначальных эскизах и зарисовках героем этой картины должен был стать Людвиг ван Бетховен. Но потом в ходе работы он отошел от образа Бетховена, потому что самой важной вот, частью работы было то, что это должен был быть собирательный портрет, это был собирательный образ, то есть образ человека непринятого. И вот художник изобразил толпу, а толпа — это не народ. Толпа — это тоже собирательный образ людей, которые не воспринимали ничего нового, не воспринимали тех, кто был отличен от них. После образа гения, противостоящего толпе, Дадовасян решил обратиться к образу бога-человека, которого отвергли современники. Вслед за Василием Поленовым он представил миру свое видение евангельских сюжетов. И вот Дадовасян тоже в армянском искусстве впервые он привнес вот это новаторство, когда он воспринял и представил Христа не как Сына Божьего только, не как только Сына Божьего, но как человека. Человека, у которого вот эмоции, у которого внутренняя ярость против несправедливости. И вот все это он постарался именно вложить в эту работу. И вот эта борьба. Что интересно, что по сравнению с гением и толпой работы, это гений и толпа, где гений как бы убегает, вот взял вот так голову, он убегает от толпы. А здесь уже зло как бы добро как бы противостоит злу. И здесь вот этот гений, если так можно назвать, он уже противопоставлен, противостоит толпе, противостоит фарисеям, противостоит вот этой несправедливости. Жизнь в Тифлисе, вдали от столиц, вдали от художественных событий и товарищей живописцев, угнетала Егише. В своем творчестве он стал постепенно уходить от реализма и обращаться к аллегориям и ассоциациям. В Москве его замечали, да, его имя становилось известным, но когда он вернулся домой, то, вы сами понимаете, там уже была совсем иная обстановка. Даже людей для общения, для вот такого художественного, глубокого общения в достаточном количестве не было. Поэтому восприятие жизни, в которой всегда есть место, да, и свету, и мраку, это выразилось вот в этих работах. Свет и мрак. Туп-туп, туп-туп, масура, туп-туп. Он, значит, создает эти две картины, симфония цветов и концерт птиц. Естественно, вот именно названия, они сами уже говорят, что это аллегория. Конечно, тут нет концерта птиц и нет симфонии цветов. И цветы и птицы, они тоже как бы фантазия художника. Вот в этот период отхода от реальности у него как бы все бывает на фоне фантазии, на фоне его вот этих выдумок, снов и фантазий. Вот это сонет, это тема любви, вечная тема любви. И вот эта влюбленная пара, она как бы на бушующем море, в гондоле сидит, и мужчина для женщины играет на скрипке. Это картина, которая отображает принципы символизма. То есть на самом деле такого не бывает. Гондола не может быть на бушующем море, и в этом состоянии вот непонятное время дня играют скрипку, и гондола спокойно идет вот по поверхности моря. На самом деле эта картина вся это аллегория, картина о любви, картина о счастье и как бы о том, что любовь всегда побеждает все. И все же ярче всего Дадовасян проявил себя в реалистичных жанрах. В 1903 году он создал одну из самых известных своих работ, запечатлев супругу Жустину, читающую на траве. Эту картину даже сравнивали с идиллическими сценами Клода Моне, на которых была изображена жена художника.
В Национальной галерее Армении находится одна из самых важных вот работ, где изображена его любимая супруга Жюстина. Это отдыхающая Жюстина, читающая книгу на траве. И вот эту работу по праву называют самой импрессионистской, одной из самых импрессионистических работ Егише Мартиросовича. Вот эта листва, этот воздух, это солнце. Все это, можно сказать, он в какой-то мере перенял у Баленова. Но самый известный портрет кисти Тадвасяна – это портрет великого армянского композитора Комитаса, созданный в 1935 году. Основой для этого портрета служили этюды и эскизы, созданные ранее Бюраканем. Великий композитор здесь предстает перед нами не в черном одеянии, поскольку он был священником, а в белом. И тем самым художник хотел подчеркнуть его возвышенный образ, приверженность армянской культуре. Комитас во время сельского праздника стоит, прислонившись к дереву, и записывает армянские народные мелодии. И так как деревья питаются с земли, такие песни Комитаса берут свои истоки с родного народа. Для самого Егише Тадвасяна его родная земля тоже была неизменным источником сил и вдохновения. Он исколесил всю Армению и запечатлел множество самых разных уголков своей родины. Армянский пейзаж – это для него как бы что святое. И вот среди армянских пейзажей отдельная тема у него – гора Арарат. Ну, как мы все знаем, она священная гора для армян. И вот эту священную гору он рисовал почти всю свою жизнь. Даже в те годы, когда Тадвасян жил и работал в Грузии, в Тифлисе, каждое лето он приезжал к себе на родину. Искусствоведы говорят, что не осталось ни одного района Армении, которого Тадвасян не запечатлел в своих пейзажах или этюдах. Он любил писать и первозданную природу, и архитектуру, особенно церкви и монастыри. Одна из таких работ, то есть не одна из таких работ, а несколько таких этюдов на тему Сивана он сделал, и знаменитого озера Сивана, знаменитого армянского озера Сивана. И вот на острове, на полуострове Сивана в районе Гегар-Куник находится монастырь, так называемый Сиванаванг, то есть монастырь Сиван в переводе с армянского получается. И тогда это был небольшой остров, сейчас это уже полуостров. И вот он ездил очень часто на полуостров Сиван и рисовал с разных ракурсов, как это было присуще самим импрессионистам, с разных ракурсов, в разные времена года и в разные как бы, часы дня он рисовал Сиванаванг. Наверное, самый главный пейзаж в жизни художника – улица Вагар-Шапати, где он родился и вырос. Мы сейчас стоим с вами рядом с очень интересной картиной, очень важной картиной в творчестве Егише Мартиросовича. Это улица Вагар-Шапати, наша улица Вагар-Шапати. Вот то, что здесь представил художник, это его родной дом. И вот здесь сидит сам дедушка художника под стенами его отцовского дома. И эта картина, она как бы прекрасно отображает Эчмиадзин, Вагар-Шапат тех лет, начала 20 века. Плоские крыши, глухие стены, мало окон и зеленая листва. Тадвасян работал над этой картиной всю жизнь. Он начал ее в 1890 году 20-летним юношей, а закончил в начале 20-х годов 20 века, после всех революций и войн, которые прошли через его судьбу. Он сначала начал работать над картиной, потом ее оставил в сторону, а потом уже вернулся к ней, как бы у него была ностальгия уже 20-х годов, он вернулся к ней и доработал, дорисовал ее. В Вагар-Шапати до сих пор частично сохранился тот самый дом. В 2020 году он был внесен в список памятников, охраняемых государством, и отмечен табличкой. Это 14-я улица старого Вагар-Шапата, где жил художник Егише Тадвасян. Именно здесь он нарисовал тот известный пейзаж – наша улица Вагар-Шапати. А это тот дом, где он жил, точнее, останки того дома. Вот это ворота соседа, у которых сидел дед Тадвасяна. Егише Тадвасян прожил долгую жизнь. Он получил признание и у коллег, и у зрителей, и у властей, и старых, и новых. В 1916 году он организовал Союз художников Армении.
а в 1935-м стал заслуженным деятелем искусств Армянской ССР. Его новаторство в живописи и колористические искания открыли новые горизонты для армянской живописи XX века.